Конец недели не обошелся без происшествий и по линии МЧС. Вечером пятницы пожарным пришлось ликвидировать масштабное возгорание в селе Девятино Дмитровского района. Горел свинокомплекс. Пожар возник в 7 часу вечера, и только к половине 10-го огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания. Площадь пожара превысила 5000 квадратных метров. Создалась угроза перехода пожара через секционные переходы на соседние фермы. Для ликвидации пожара было принято решение о разборе данных секций. Работа пожарного подразделения на данном пожаре на первоначальном этапе ослаждалась наличием электроснабжения на данном объекте 380 вольт. А в воскресенье на Орловщине зарегистрирован первый с начала ледостава несчастный случай на водоеме со смертельным исходом. Как сообщили в центре ГИМС, трагедию трудно считать случайностью. Толщина ледового покрова на водоемах области не превышает 3 сантиметра, и выход на лед сейчас сродни самоубийству. Вчера у нас погиб молодой человек 1990 года рождения в Болховском районе. Вышел на рыбалку на неокрепший лед.